Стальной характер. Днепровскому металлургическому заводу «Евраза» 130 лет. Часть административных зданий до сих пор сохранила исторический облик. Завод пережил две мировые войны, две смены государственного режима, революцию и гражданскую войну. Эти стены помнят людей разных поколений. Сотни тысяч судеб связаны с заводом навсегда. История и современность соединились в заводском гудке, который более 100 лет звучит трижды в сутки над водами могучего Днепра. Несмотря на богатую историю, завод сегодня – это современное предприятие, где внедряются новейшие технологии производства, бизнеса, управления. Успех – это то, что, придя на работу, ты делаешь дело там вовлеченно, ты получаешь от этого удовольствие, и ты постоянно там поступательным движением, шаг за шагом, степ-бай-степ, двигаешься вперед. Если рассматривать предприятие, да, наверное, оно состоит из трех компонентов. Там. Это люди, которые работают на предприятии, это оборудование, технология, которая есть, и непосредственно там система, которая взаимосвязывает людей, технологию, да, и дает там определенную эффективность. Вот в целом моя работа, наверное, заключается вот в том, чтобы выстраивать систему, которая позволяла бы, там, используя ту технологию, то оборудование, которое у нас есть, работать эффективно, работать, наверное, то безопасно и упрощать там, те операции, которые выполняются в производстве. Я стараюсь максимально возможное время проводить в производстве, то есть посещать структурное подразделение, общаться с людьми, смотреть, как они те иные операции выполняют, помогать им решать те вопросы, которые у них возникают на их рабочих местах. И сейчас вот самая главная задача, чтобы каждый сотрудник компании, да, каждый сотрудник предприятия, независимо работает он у станка или сидит он в офисе, он начал применять эти принципы, был максимально вовлечен и давал предложения по улучшению своей работы и устранял барьеры между функционалами. Управление эффективностью производства неразрывно связано с управлением капитала предприятия. Инвестиции, прибыли, стратегия развития – такой же залог успеха, как и новейшие технологии. Мой отдел, он направлен на увеличение капитала предприятия, на получение дополнительной прибыли, на расширение сферы деятельности предприятия. Без инвестиций, без вложений, без модернизации, без совершенствования будущего предприятия, по сути, нет. Без его там стратегии развития на ближайшие 10-20 лет. Когда ты делаешь дело, которое тебе нравится, когда ты сам получаешь от этого огромное удовольствие, ты своей энергией заряжаешь весь коллектив, все службы, с которыми ты взаимодействуешь. И это позволяет с высокой вероятностью, стопроцентной, достичь абсолютного успеха по нашим направлениям. Для максимального достижения успеха необходимо идти в ногу со временем. Технологии современной металлургии требуют качественного прогрессивного подхода в автоматизации и контрольно-измерительной сфере производства. Каждый цех компьютеризирован. За бесперебойной работой электронных систем следит начальник цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики. Наша основная задача – это идти в ногу со временем и помогать основному производству максимально выгодно и максимально возможно получать качественную продукцию. Это контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации. То есть мы уже переходим на некоторый уровень там, робототехники. То есть компьютеры и машины выполняют большую часть задач за производственный персонал. Да, мы контролируем множество разных технических параметров, основываясь на которые потом уже получаем
конкретную качественную продукцию и понимаем общее протекание всего технологического процесса. Подчинение у меня в районе 100 человек. Это тот персонал, который обслуживает полностью все производство в части автоматизации и контрольно-измерительных приборов. Конечно, мы работаем в коллективе профессионалов, которые уже не один год работают на нашем подразделении, разбираются в почти любом аспекте автоматизации и являются даже некоторым родом универсальным бойцом, универсальным специалистом, который может устранить почти любую неисправность. Легенда предприятия – доменный цех. Это завод в заводе. Целые поколения металлургов обслуживали доменную печь. Быть начальником такого цеха – сложная, ответственная и почетная работа. Даже не работа, призвание. Те решения, которые я принимаю, это очень редко единоличные мои решения. Коллектив чувствует себя вовлеченным, и те результаты, которые в итоге получаются, они чувствуют свою причастность к этому результату. Мой телефон есть практически у всех, и все знают о том, что при возникновении любого вопроса, если он не решается или вызывает какие-то сложности, любой человек может мне позвонить в любое время. Ну, я стремлюсь, чтобы мы были одной командой, мы работаем на один результат. Это чувство сплоченности, оно очень часто переносится на личную жизнь вне завода. То есть, если нужна помощь, можно обратиться в своей бригаде, к своему коллективу. Специфика тяжелого и ответственного труда, мощные физические и температурные нагрузки создают прочный рабочий коллектив. Заслужить авторитет в таком фундаментальном сообществе способен далеко не каждый специалист. Я горжусь тем, что я металлург. Я считаю, мне повезло. Это действительно мужская профессия. То есть эта работа, с одной стороны, точно не скучная интеллектуально. Она точно мужская в плане условий труда. Эти люди как не на словах, а на деле действительно могут проявить и силу характера, и выдержку. Днепровскому металлургическому заводу «Евраза» 130 лет. Всех сотрудников завода, от заводоуправления до рабочего у доменной печи, объединяет одно – они – металлурги. Богатая история завода состоит из истории людей, истории поколений и современных металлургов. Каждый сотрудник, связавший свою жизнь с заводом, чувствует себя частью огромного и славного предприятия, где каждый на своем месте.